спасибо. Но это займет некоторое время, Джон. Эти парни ходят окольными путями. Что с наконечником? Есть новости? Пока никаких. Но я над этим работаю. У меня есть кое-что другое. Тебе понравится. Да? Хеннесси нашел тело Эл Рио. Адрес у тебя есть? Или мне придется изгнать его из тебя? Он больше не показывался после того, как сообщил мне об Эл Рио. Я немного беспокоюсь. Я этим займусь. Но позже. А сначала займусь Томасом Эл Рио. Если Хеннесси объявится, скажи ему, чтобы подъезжал в этот... Морг P&G. Что до мистера Эл Рио, я собираюсь с ним побеседовать. С глазу на глаз. Биман. Да. От Хеннесси ничего не слышно? Ладно, я у холодильника. Захожу внутрь. Может, пропустим предисловие? Отлично. Хозяин дома. Начинается. Мы тебя ждали, Джон. Пошел к черту. Наверняка есть какой-то способ потушить огонь. Гори в аду, Константин! О!
Заткнись! Мне страшно. Я думал, тут все умерли. Так и есть. Оставайтесь здесь. Видишь, я же говорил, все будет хорошо. Что ты делаешь? Универсальные ключи. Постпожарная охрана. Джей! Джей! Ответь же, Джей! Джей, да где же ты? Куда ты пропал? Джей, да отвечай же ты! У меня тут такое творится! Сначала ты держал постороннего на территории, а потом здесь начался настоящий... А! Ты меня слышишь, Джей? Ты слышал? Что это за шум? Черт побери! Господи боже, что здесь происходит? Давай привет боссу. А!
Опять за старое, отец. А что тут может быть нового? Я искал тело Эл-Риу, меня остановил охранник. Потом демоны остановили его. Нашли тело? В лаборатории, здесь. Оставайся здесь, я сам туда пойду. Подожди, тебе понадобится вот это. Ключи от лаборатории. Я их нашел у него. Это место так и кишит падшими. Будь осторожен. Тут. Учитывая интерес, проявленный недавно различными представителями властей, а также странные события последних дней, я решил поместить тело Т.Л.Риу в более биозащищенную среду. Эта, возможно, временная мера даст мне достаточно времени для проведения исследования. Я изолировал его тело, чтобы никакие субстанции не могли ни попасть в него, ни выделиться. Джон, они идут! Хеннесси, нет! Сейчас посмотрим, что тебе известно. Я вижу, доктора здорово с тобой поработали, Эл-Рио. Несмотря на твой вид, Томас, я пришел, чтобы сказать тебе, что мучения твои еще не окончены. Illuminatum optio per ardo ad astra. Покажи мне. Отступи. Покажи мне. Валтасар. Не двигаться! Не двигаться! Можно хотя бы зажечь вот это? Руки вверх, чтобы я их видела. Будем считать, это значит нет. Вы арестованы. Конечно, арестован. Вы расскажете нам, что вы делали в морге, мистер Константин? Зовите меня Джон. Все равно.